Банда взломщиков, браконьеры и ДТП с маршруткой. Об этих событиях города и области далее коротко. ДТП с пострадавшими в Мелитополе. В микроавтобус врезался грузовик. В результате пассажирский транспорт столкнулся со светофором, тот упал на соседний дом. По словам свидетелей, водитель грузовика не пропустил маршрутку, ехавшую на зеленый. В итоге пострадали трое пассажиров микроавтобуса, все с ушибами доставлены в больницу. В Запорожье поймали банду взломщиков. Правоохранители получили вызов на улицу Ладожскую, где в подъезде одного из домов заметили подозрительных личностей. Полицейские, прибыв на место, обнаружили стоящего во дворе БМВ с работающим двигателем и пассажира, который, увидев копа, побежал в подъезд. Его догнали, а внутри задержали еще двоих. У них изъяли нож, газовый баллончик и две радиостанции. Злоумышленники успели взломать одну из квартир. Всех доставили в райотдел, ведется следствие. Задержали браконьеров. Двое занимались незаконной рыбалкой в Приморске. У них полицейские нашли 8 тысяч креветок, 230 крабов и 105 бычков. Сумма ущерба государству от их действий более 50 тысяч гривен. А в Запорожье патрульные задержали браконьера с мешком живых раков, ловля которых сейчас запрещена. На нарушителя составили админпротокол, а улов отправили назад в водоем.